А это что у тебя? Камера. А, я думал, грибы. Всем привет, друзья! Вы на канале Ной Алин. Я вас всех, ребят, приветствую в таком новом формате видео. Мы сегодня с вами поедем собирать в лес грибы. Не знаю, в первый раз, если честно, еду их собирать. Не знаю, где их собирать, какие собирать, что там собирать. Но с нами едут грибники, поэтому они нам покажут и все расскажут. Не знаю, может быть, вам будет интересно. Мы там некоторые моменты будем запечатлять. Может, там будут безумно красивые лесы. Мы вам все это покажем. Ну и, мне кажется, вам будет интересно. Ну и немножко разбавим контентик на нашем канале. В общем, ребят, давайте. У нас получается сейчас 6:40. Сейчас за нами в часиков 7 заедет машинка, то есть дядька мой будет меня везти, и мы будем ехать 200 километров леса за грибами. Потом в другую сторону, короче, там будем ехать, но мы там замариновали шашлычков, будут ехать еще с нами родители, поэтому все будет замечательно, все будет хорошо. Поэтому давайте встречаться с вами, хотел сказать, в лесу, нет, наверное, еще пару кадров заснимем, как мы идем в машине, и потом уже будем с вами ходить по лесу и пробовать находить эти прекрасные грибочки. Надеюсь, что нам выпадет удача, мы, наверное, соберем. Не знаю, собирает ли летом грибы, не собирает. Я, если честно, не знаю. Первый раз буду это делать, но надеюсь, что грибы все-таки мы найдем, так как ехать 200 километров, ну, как-то будет обидно. Или если не соберем, то хоть покушаем шашлычки. Ладно, все, ребят, давайте, встречаемся в машине. Полетели. Так, ну все, ребят, остановились мы на заправке. Сейчас, получается, заправляем машину. Проехали, я не знаю, примерно около 100 километров. Остается там даже чуть больше, 120 где-то. Остается там километров 50. Нам, ну я не знаю, там может за полчаса, за 40 минут мы доедем. И уже тогда будем встречаться в лесу. Сейчас мы немножко перекусим, скушаем хот-дога. Ну и все, и отправляемся. Будем уже встречаться в лесу с вами, да? Давайте. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day. Till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. Все, приехали, мои друзья, в лес. Сейчас, получается, пойдем собирать грибы. Не знаю, первый раз это буду делать. Мне сказали срезать эту ножку. Ну, там уже будем смотреть, там, если что, буду показывать вам. Будем собирать, наверное, у меня тактика такая. Буду собирать все грибы, а там потом будем грибникам отдавать, а пускай они там смотрят. И уже будут выбирать, какие хорошие, какие плохие. Ну, точно мы останемся живы, ну, или с хорошими животами, что у нас плохо ничего не будет. Все, ребят, давайте, встречаемся уже в лесу, где мы будем с вами срезать грибочки. Полетели. Угу. Забирай.
А он еще... Это плохой, да? Это тоже серьезно. Побежали на сторону. Все плохие. Посмотри. Это, наверное, плохой, да? Угу, мухомор. Мухомор? Ну да, смотри, он пальчики. А тут пальчики. Красный с белым же должен быть. Это на картинках красное. Да? Да. Может, плохой заберем? Зачем? Ну, скажешь, а друг ремник скажет, ты что, это вкуснятина? Грибы. В другой лес нашли он куча грибов. Я так понимаю, это нам грибники сказали, это типа мухоморы, поганки какие-то. Поэтому вот смотрите, вот один гриб. Так посмотрите, какие большие. Вот рука. Вот гриб. Вот один. Вон второй. Вот. Еще третий. Так этот вообще большой, смотрите. Блин, а что? А что они этот? Чех нельзя есть, правда. Смотри, вон Таня вот что-то срубила ногой. Вон еще один. Вон мама это ходит. Тут мама. Привет. Мама без грибов. А ну привет. Пока да. Привет, говори. Пока да. А вот смотри. Так, ну что, друзья, ходим по лесу с Таней. Блин, такая красота, ребят, даже не знаю, как словами передать вам. Блин, безумно круто. Ходим, ищем грибы. Конечно, грибов не сильно много. Грибы-то есть, по сути, но много очень червивых. Мы там из 10, может, один гриб хороший. И ходим, ну, блин, как классно, ребят. Я даже вам передать не могу. Сейчас, одну секундочку, покажу вам. Не знаю, надеюсь, камера передаст вам то, что я вижу. Блин, как это классно вообще. Немножко Таня зацеплен. Блин, не, ну классно. Лес, конечно, это вообще красота. Там вот мы расположились, вот там наша беседочка. Сейчас там, короче, шашлычки будем жарить. Но мы тут вышли с Таней посмотреть этот. Может быть, найдем какие-то грибочки. Так как мы поехали там, мы стояли, я не знаю, может, километр, где мы там, я сразу же включался. Мы потом переехали, чтобы в беседку сесть, начали шашлыки потихоньку жарить. Ну и потихоньку ходим и ищем какие-то грибочки. Ну, кстати, грибы вижу, не знаю, пошлите посмотрим, нормальные они или ненормальные. Опа. Опа. Вот. Вот грибы есть, но вот эти первые вижу, что плохие. А? Срежешь? Угу. Давай. Это тоже плохое. Это плохое. Тут этот может. Не, вот этот вроде хорош. Ну, покажи. Ну, красота. О. А ну вон там еще где-то дальше был. Плохой. Ну вот как я говорил. Ну а так, в общем, блин, круто. Наслаждение, конечно, шикарное. Просто удовольствие царское. Я не знаю. Мне, если честно, безумно понравилось. Первый раз собираю грибы, и ну, чтобы так интересно было. Свежим воздухом подышать, пособирать грибочки, это вообще круто. Поэтому выбирайтесь на природу. Там, если что, не знаю, будем еще включаться. Может, там покажу шашлычки. Так, ну в другом лесу вроде бы что-то есть. Сейчас срезаю. Срезаем, смотрим. Червивый, не червивый.
Так, ну это плохой. Смотри, какой я нашел. Ага, смотри, Таня, смотри, какие. А мне на червивые дни. Там где-то он еще большой, он какой-то. Большие. Да, они, он видно прям по ним еще. Плохие. Да. Плохие. Ладно, идем дальше. Блин, ну интересно, прикольно. Они, по сути, все одинаковые. Я думал, тут разных будет миллион тысяч сортов их. А нет, тут они почти одни и те же. Там только белые и коричневые. Белые я вам уже показывал, это поганки. А вот эти коричневые, их, короче, можно брать. Нам объяснили. Ну все, конец наших путешествий заканчивается. Насобирали мы вот столько вот грибов. Сейчас я вам покажу. Целое ведро, кстати, насобирали, посмотрите. Но это получается, я собирал с Таней, я собирал мой дядька со своей женой. И плюс еще родители собирали, вот на такое ведро насобирали. Что... Одно хочу сказать, это то, что, ну, грибочки такие неплохие, там есть и немножечко червивые, я вот это что заметил, что чем меньше, тем он меньше червивый. Мне кажется, немножко мы просто опоздали, нужно было немножко пораньше, тогда было все отлично. Ну, а так, будут наши вот приключения заканчиваться на этом моменте. Всем спасибо, ребят, кто смотрел. Не забывайте, друзья, прожать лайкосик. Не забывайте, ребят, подписаться на канал. Ну, и хотел сказать про стримы, но это уже давайте не в этом видео. Подписывайтесь, прожимайте лайк и напишите в комментарии любой комментарий. И хотели бы вы видеть еще такие ролики, буду стараться и выкладывать такие ролики почаще. Как мы путешествуем, проводим время на природе. Всем удачи, всем пока-пока.